допустим, в Суздале будет вот зал здесь, значит, ну, какие проблемы? Какие проблемы? Потому что это будет лучшее место, так сказать, в России. Вот. Но давайте сейчас жить по правилам, которые мы сами так сказать. Да, правильно. Сан Саныч, 1-10 ноября, так понимаю. Да, сроки, сроки. Или нет? И сроки, обязательно сроки. Да, сроки 1-10 ноября. Вот. Я бы сказал еще больше даже. Не 1-10 ноября, а может быть вот как каникулы у нас начинается 28 октября. По-разному. Ну, значит, 1-10 ноября. Александр, самое главное, день приезда в пятницу не делает. Пробки везде стоят. Это хорошее дело. Но, Саша, а почему мы не придерживаемся каждый раз, вот мы в этом году его весь календарь был во всех округах министерства календаря, подписанный замминистра и подписанный Левитовым. Во всех округах с 20 по 1. Не так. Да, не я так. Могу показать достаточно. Не так. Объясняй. Нет. Так было где? Так было в Санкт-Петербурге. Так не у нас прав. Здесь. Но принести? Андрей Васильевич, календарь действительно такой календарь. Но есть маленькое но. Сергей Архипов согласовал так. Вот. Но это неправильно. Значит, я просто хотел спросить, господа, в каких городах каникулы не с 1-10? У нас, допустим, значит, какие города не с 1 по 10? В основном там было не с 1 в этом году, а с 28-го, сейчас 20-го. Ну да, да, 28-го. Я имею в виду вот именно да, вот. Да, да. И это удобнее, когда каникулы четверть заканчиваются. Сейчас, конечно, неудобные сроки. Значит, да, это где-то есть какие-то школы. Сейчас у нас большинство. Нет, я, кстати, вот как представитель детской комиссии буду добиваться того, чтобы сроки делались более компактными. Сейчас растянуто положение об этом турнире. Ноябрь-декабрь. Ну, все турниры можно проводить так, чтобы нарушались сроки других, нарушались сессии. Надо ограничить, ну скажем, 3 неделями ноября. Все достаточно вполне. Вполне. И люди, так сказать, будут уже, дети будут ориентироваться по турнирам нормально. Значит, в конце декабря уже ничего не сделаешь, в середине декабря, потому что там начинаются зачетные всякие дела. То есть реально вполне в ноябре 3 недели выделить на это дело и проводить эти сроки. А там уж, конечно, удобно кому. Кому-то неудобно в каникулы забивать хорошее место. Но чуть-чуть сдвинем сроки. Проблема что ли? Да нет, ведь ее нет в пользу, Александр Васильевич. Каникулы, вот у меня сейчас все довольно.